когда выйдет этот влог? Я хотела спросить, постричься мне или нет. Давай подписчиков спросим. Ну так он уже выйдет, я уже, наверное, у меня стрижка наступит, когда он выйдет. И я не когда постригусь. У тебя стрижка? 9 апреля. А сегодня какое? Третье. Лизок, когда будет влог? Лиза, когда будет влог? Терцию, что ли, верхнюю? Да, пробуем. Она будет только такая... А если вниз? Ляпсовская. А если вниз поставить? Окей. Больше совсем никогда не любить, тебя не любить, никогда не любить, никогда не любить. Типа того? Не только выход будет из октавы, потому что если мы сразу разложимся, это будет колхаузный. И чувства уходят сегодня с рассветом. Побежи босиком по дороге, будем мы сильные. Окей, пишем. Никогда не любить, никогда не любить. Давай. Все и чувства уходят сегодня с рассветом. Побежи босиком по дороге, будем мы сильные. И как вот это? Нет, а почему это? Ты выложила. И что, ты сейчас меня второй раз поцеловала? Для кадра. Я понимаю. Ну ладно, да. Бог второй тебе давай третий. Потому что странно. Иногда просто бывает такое, знаешь, человек, как дела? Он ответит. Час прошел. И ты через секунду такой опять, как дела? Я вообще тебе ответила. Такая, блин, да, точно все. Сори, я о своем думала. Давай, пожалуйста, мы вот реально... У меня рука набита уже. Мы подровняем просто как-то голоса, да, по балансу. Я не хочу, чтобы мы сильно вообще что-то делали. Ну, мне типа нравится. Вылощенная, видишь, она не хочет вылощенная, чтобы она я не хочу. Звучала. Мне не надо идеально. Пусть будет даже... Вот, пусть будет где-то, я не знаю, ты говоришь, аранжировка там громче. Я не слышу этого. Просто нужно подровнять вот сейчас голоса, ну, как бы по балансу. Он имеет в виду, что аранжировка, она немного сейчас забита. Мне не забита. Да? А тебе забито? Нет, да, мы же еще добавляем есть... и добавляем голоса. Ну, вот сейчас мы слушаем, мне ничего не забито, кроме того, что где-то нужно сделать, может быть, там чуть потише, где-то там погромче, но в целом даже куплеты не хочется там трогать. Если мысли темные лезут в душу мне, уходи быстрее, любовь эти ночи длинные, я прячу с ней любимый. О, привет! Заключается в том, знаете, как записано Ева у меня в телефоне? Вот так. Покажи на камеру. Ева, котенок от шеи. Смотрите, а что самое главное сейчас? Прикол. Смотрите. Можно фонарь? А, это тебе? Вот она снимает. Привет, котенок. Как дела? Что делаешь? Да, я. Слушай, тут просто спор за столом возник. Люди не верят, что я вчера с тобой пела на концерте мою любимую песню «Она». Вот твою песню, но она моя любимая. Видео есть. А ты можешь сейчас просто на громкость сказать всем, что так и было? Ну давай, я включила, говори. Котенок, только громко скажи, ладно? А кто это звонит? Это Полина звонит. Обожаю свои фан-аккаунты. Которые делают очень классные видео. Я все время смотрю и улыбаюсь. Вообще. Я иногда даже сама еще не успеваю увидеть, что такие видео существуют. Они уже там.
намонтированы. Марина, мы сюда пришли? Нет, нет, нет. Я просто жду. А ты вообще знаешь, куда мы идем? Я сейчас спрошу сама. Давай, спроси. Это видеосъемка в доме да. запрещена в любом а, виде. А можно окуларочки? В любом виде на дворовой а почему? Подождите, кто-нибудь у меня сейчас рука сломала. О, посмотри, как красиво. Маша, теперь давай вот ты идешь и резко подходишь. Помнишь, руки так резко кладешь на мост? Туда я ухожу. Поправь чуть-чуть. Выберу, в чем я буду заниматься. Да, такой выбор. Маша, что такое красивое? Правда ли? Очень. Я никогда это не говорила. Что так? 100 раз на дню. Я раньше не говорила. Я тебе всегда говорила. Ты говорила, что я стильно выгляжу? Нет, я тебе верни, ты просто потом скажу. Спасибо. Мне отойти, Марин? Все, у нас отлично. А что такое? Еще как до этого? Меня позвали в бар. Клуб, а я, видишь, я оделась. Что за капота? Я оделась, думаю, скучно. Ребята, даже музыка не звучит. Есть какая-нибудь хорошая песня? На вашей вечеринке. О! Ее мы знаем. Слушайте, а тут хороший диджей работает. Вы, пожалуйста, заходите. Что, ребят? Все сегодня супер секретно. Мы сегодня снимаем клип Маши Шейх в Петербурге, поэтому за вас. Эй, а можно погромче?
Господи, слава тебе, Господи. Обожаю, Поль. Спасибо, ребят, спасибо. Это такой труд был. Мы так долго готовились. Мел. Мы так долго готовились. Все, короче, ребят, всем спасибо. Была рада со всеми познакомиться. Спасибо большое. На связи? На связи. Вас жду. Да, спасибо. Давайте. I will see you. Посмотрим. На твое поведение? Все. Маша, когда клип выйдет? Клип. Мы когда Марин клип выйдет? Вопрос из зала. В конце апреля. У меня кончилось. В середине апреля. Может, на твой день рождения? Апреля? Ой, Марина, мой день рождения, давай.